Вот Маша. Вот Даша. Вот Егор. А вот Андрей. Что все уже догадались, что я нахожусь сейчас в Германии спустя 2 года. Очень большое, очень долгое время. Впервые за много вот таких вот дней ожидания я приехала сюда и безумно счастлива. В Германии я опять попала чисто случайно. Попробовала себя в новой роли. Когда я поступила в педагогический университет, мне предложили поучаствовать в программе обмена между учителями России и Германии, и теперь я здесь. Я проходила практику в Орленке, в Всероссийском детском центре, и теперь вот приехала сюда. Сегодня у нас выходной в Берлине. Настя, как ощущения перед поездкой? Телеком. Не запутаться бы, конечно. Телеком? Сейчас снимаешь? Да. Я Олеся Вдовина, я в Луге. Телеком. Мы в Берлине. Меня не видят, я это сделаю. Ворота, и прямо сейчас я опа на удачу. Да, ты так мило. Когда, знаете, ты немножко устал рисовать, и у тебя просто тут на самой знаковой достопримечательности Берлина белые куски стены. А вот там вот та толпа, это на Брежнева с Хонекером смотрят. Купили симку за 15 евро, а она не работает. Мы очень сильно расстроились, потому что мы потратили 15 евро впустую. Риттерспорт. Квадратиш, практик будет. Ой, это съемка.
устали. Съездили в Берлин, отдохнули, но устали. Настенька, как ты прокомментируешь? Ужасная ситуация. Я более сильно. Видите, мой поклонник постоянно. Сидим, ничего не делаем. Андрей. Сбежали от рабочих будней в прекрасную Германию. В прекрасный супермаркет. Пришли с Настей покупать торт с клубникой. Ужин на природе. И кусочек. Загрузили мужчинку сумочками. Проводим наш первый рабочий день с хорошим настроением в чужом городе. Приехали теперь в новый лагерь. В восторге от того, что происходит. Мало того, что дети меня не понимают, что я им говорю, так я еще и не говорю, а практически молчу, так я еще и сижу и ничего не делаю. Живем мы. А здесь мы тусуемся. Краткий комментарий по работе в лагере. Сидим. Ничего не делаем. Очень весело. Знаете, есть глагол чили. Вот мы... Да, в немецком языке есть глагол чили, так что вот мы и чилим. На планерочке сидим, кальянку нюхаем. Йо. Вот это герой нашего дня. Потому что он успел нам... Пиццу! Ребята, мы в России! Музычка! Итак, люди, что мы имеем? Андрюшку уставшего. На планерку собралась. Я, да, вот. Да, с блокнотиком и ручкой. Я не понимаю, что происходит. Ребят, вы понимаете, что происходит? Просто что-то странное. Ребята, сегодня опять будет салат. На ужин. Да, потому что они режут салаты. Да. Этот влог посвящается всем моим друзьям, которые думают, что очень классно ночевать в бюджетных местах, посещать новые города и ночевать на вокзале. И это даже не челлендж, а просто по счастливому стечению обстоятельств я сегодня ночую на Hauptbahnhof в Берлине. Вот. Что я вам могу сказать, ребята? Если когда-нибудь в голову у вас добровольно придет эта мысль, пожалуйста, не соглашайтесь. Это очень и очень странно, и страшно, и непонятно, но это забавно. А как я здесь оказалась, я прям сейчас и расскажу. Вот это мои апартаменты на ближайшую ночь. Времени 11 часов, я на вокзале. Вот я сижу. На главном вокзале и думаю, кто мне мешал хостел забронировать 2 дня назад. Но зато очень красиво. Там Рейхстаг видно. Это будет удивительная ночь.